Синюшки, да. Так, осторожненько. Может, к центру чуть-чуть поближе? К центру реки? Ну, я уже дальше не могу. Идемте, идемте. Дальше, дальше, я идемте дальше. Я дальше не могу идти. Куда же идти? Тогда что же вы взялись? Идите на эту сторону. Давайте. Все, давайте, давайте. Держите. Отпускайте. Поехали. Давай. Дело, опускай. Бери. Не, разворни, разверни. Опускайте, заходи, опускайте. Убираем палочку. Опускайте. Палкой толкните его туда, ну как бы, к тому берегу он пойдет туда. Отойди, Саша, да, отойди. Саша, отходи. Он на течение Саша, выйдет отходи. Сам. На течение наше вышел, да, правильно. Все, он пойдет, у него не будет. Круто. Все, Санек, да. Сань, ты так до конца речки будешь? Ура! До конца речки я летаю, извините меня. Ура Богу Перуну! Ура! Мы опустили меч по течению реки. Слава мечу. Меч поплыл по речке. Путь есть ратная утеха наша. Это Перун. Концептуализирует современный мир, это сейчас не очень от этого. Вообще это является частью тебя, если ты не понимаешь, что ты хочешь двигаться назад. Можешь использовать этот инструмент как вот для того, чтобы распространить то, что ты хочешь. Верно. Ждать, пока будет это. Момент потока, надо, чтобы красиво походить по улям. А мне нужно. Эй, привет, бабушки. Я не буду поднять. На деревне. Подальше. Ну что ж, идем смотреть угли, которые будут.